18 представителей 9 учебных заведений вступили в серьезную конкурсную борьбу в рамках интеллектуального состязания «Добро пожаловать в Беларусь и в мою профессию». Один из первых заочных этапов – конкурс флаеров о родном городе на немецком или английском языках. На суд жюри участники представили порядка 20 красочных листовок о достопримечательностях, культурных традициях своих районов. Далее участников ожидала работа в экспресс-режиме. Дальше у них будет задание составления диалога на иностранном языке, это работа с клиентом, это устная речь проверяется, устное высказывание «я» на работе тоже, им будут предложены ситуации речевые, реплики, на которые они должны правильно отреагировать и обслужить иностранного клиента. Екатерина Синкевич – представитель брестской команды. Сегодня получает специальность товароведа. По мнению девушки, именно ее профиль, торговый, является одним из тех, в котором работать без знания иностранного языка просто невозможно. Для конкурса визиток Екатерина вместе с коллегой по образовательному цеху Александрой придумали интересную миниатюру, в которой героиня Кати, мама, будет рассказывать дочери о своей профессии на примере знаменитого стихотворения. Девочка – это будет моя дочечка, которая приходит ко мне после школы и спрашивает, что такое хорошо, что такое плохо и какую профессию в будущем она хочет выбрать. И я начинаю ей предлагать различные профессии, хочет ли быть медсестрой, потом поваром, официантом и продавцом. Вот, но она, ей понравилась профессия продавец и просит она мне рассказать как можно детально, как можно подробнее, какая профессия. Я ей рассказываю преимущества, плюсы, где можно работать, как можно работать. Для Екатерины Синкевич, как и еще для 17 участников творческо-образовательного состязания, это мероприятие – первая ступенька на пути достижения своей цели – получение достойного уровня знания иностранного языка. Испытав силы, ребята смогут оценить качество своих навыков и умений, чтобы не останавливаться на достигнутом, а продолжать совершенствоваться дальше.